Фестиваль «Хуймей» в Центре Азии Почта России подготовила уникальный почтовый штемпель. 14 августа на территории скульптурного комплекса Центр Азии состоялась торжественная церемония спецгашения. В церемонии приняли участие сотрудники Почты России, Министерства информатизации и связи Тувы и коллекционеры. По мнению последних, тувинская филателия является одной из самых редких направлений коллекционирования почтовой продукции. На штемпеле изображена эмблема второго международного музыкального фестиваля «Хуймей» в Центре Азии. Совсем скоро некоторым категориям должников станет легче жить. Министерство юстиции подготовило проект отзыва правительства на важный законопроект. Речь идет о некоем специальном социальном счете. Такого счета раньше не было. Спецсчет будет неприкасаем для службы судебных приставов. Причем вне зависимости от размера долга гражданина, сообщает «Российская газета». 17 августа в Туву с гастролями прибыла делегация Татарского государственного театра имени Камала в составе 50 человек. Татары представят два спектакля – музыкальную комедию «Свет моих очей» и комедию «Банкрот» 18 и 19 августа. Стоит отметить, что у зрителей есть возможность услышать живую татарскую речь. Данные гастроли – это результат соглашения о сотрудничестве между двумя театрами – татарским и тувинским. Ежегодно 22 августа Россия отмечает День государственного флага. Это пока еще новая праздничная дата. Она официально отмечается с 1994 года. Но с каждым годом День государственного флага все больше становится национальным праздником россиян. В Туве к этой дате готовят ряд мероприятий. 30 августа министр образования и науки России Ольга Васильева проведет общероссийское родительское собрание. Четвертое по счету общероссийское родительское собрание, как и в предыдущие годы, пройдет в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов России. Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за мероприятием можно будет из любой точки страны и мира. Задать свой вопрос министру можно уже сейчас. На сайте Миноборнауки России для этого открыт специальный раздел «Общероссийское родительское собрание». www.minobornauki.rf «Родительское собрание».